халява, она не работает. Вот все ее любят, но никто ее не уважает. Халява не работает именно потому, что не происходит энергообмен. То есть деньги – это энергия. Вот ты потратила свою жизнь, свое время, чтобы заработать денег, значит, ты потратила свою жизненную энергию. И чтобы получить какую-то информацию, и она усвоилась у тебя в голове, у тебя в подсознании, ты должна потратить энергию, эквивалентную той информации, которую ты получила. Вот наше подсознание, оно очень умное. И если какая-то информация была халявная, она просто не воспринимается. Именно поэтому люди смотрят кучу вебинаров, ходят на кучу тренингов бесплатных, на всякие семинары, вот живут по 5-6 часов в день на Ютубе, и ничего не происходит. Не происходит потому, что они думают, что если они что-то посмотрят, что-то там выучат, в их жизни что-то произойдет. Но вместо того, чтобы починить себе голову, убрать у себя блоки убеждения относительно этой жизни, этого мира, относительно себя и позиционирования себя в этом мире, люди надеются на халяву. Вот ты ж хочешь бесплатно получить все бесплатно, посмотреть, узнать, но ты это все равно не применишь, потому что оно не усвоится в твоей голове, не усвоится у тебя внутри, и ты не применишь это в жизни, потому что ты не заплатила. А вот когда ты заплатишь те деньги, на которые ты потратила свою жизнь, свое время, свою жизненную энергию, вот тогда и только тогда это начнет работать. А чтобы научиться применять эту информацию, которую ты можешь купить, можешь за нее заплатить, можешь ее получить, тебе нужно починить, немножко подкрутить те установки и убеждения, которые тебе заложили с детства, не спрашивая тебя, хочешь ты этого или нет. И ты даже не знаешь, не представляешь, где может находиться корень проблемы. И думаешь, 100% думаешь, это у других. У меня все нормально, у меня все хорошо. Это у других может быть там. Это про них говорят, не про меня. Но задумайся. Очередной раз задумайся. Вот хоть по 2 минуты в день начни думать, иногда думать полезно. Задумайся, а почему так происходит? Почему ты бьешься, как рыба об лед, и все без толку, и ничего не меняется? И все идет по замкнутому кругу, так называемый день сурка. Задай себе этот вопрос.